Привет! Видео сегодня короткое, и как все. А еще я снова попробую с вами собрать новую схему. И для этого я видео нарежу, как всегда. Поскольку помните прошлое видео, вам это, наверное, не понравилось, что я так долго собирал. Все, сейчас такой проблемы не будет. Но для этого я соберу пока что. Потом покажу, мы испытаем, и все. Все счастливы. Это уже второе видео. Кстати, почему я не снимаю видео про Шаню? Ответ простой. Она болеет, и ее нельзя тревожить. Все собрал. Это у нас получился вентилятор. Так. Положу телефон. Покажу. Вы не видите? Вот он. Я его специально переверну. Вот. Давайте посмотрим, как он работает. Так, он у нас готов, давайте его запустим. Надо повернуть это на кнопку «Он». И он очень быстро крутится. Мы эту рубрику, как всегда, будем продолжать. Кстати, давай еще. Только он громко жужжит. Все, всем спасибо за просмотр и до свидания.